Друзья, Маткульт, привет! Поскольку Алексею Владимировичу наконец-то сделали шикарное предложение с высоким постом в Министерстве образования и науки, временно на канале, или может быть постоянно, каналом теперь занимаюсь я. Меня зовут Дмитрий Епифанов, мой предыдущий канал, можно посмотреть по ссылке в описании. И сегодня мы с вами разберем, я вам поставлю задачу, и у вас будет возможность порешать ее до следующего нашего выпуска. Итак, смотрите, давайте определим бесконечное возведение в степень. Итак, f0 от x тождественно равно единице, f1 от x равно x, и вообще f и t от x равно x в степени f и t минус 1 от x. Теперь, соответственно, самое главное для нас, f от x равно пределу при, ну, например, n, стремящемся к бесконечности, от fn от x. Отлично. Что это такое? Это x в степени x, степени x, степени x, степени x, степени x. И так, пока у нас хватает задору. Отлично. Теперь давайте попробуем прикинуть свойства этой функции. Например, давайте решим уравнение f от x равно 2. Что это значит? Что x в степени x, степени x, все это равно 2. Давайте проведем такую манипуляцию. Возведем x и в степень левой части, и в степень правой части. Равенство сохранится, однозначность, все остальное сохранится. Но при этом мы сможем, мне кажется, что-то с этим сделать. Значит, x в степени, вот это вот x в степени, да, равно x в степени 2. Поскольку x положительное, действительное число, нет никаких проблем с многозначностью возведения степени, все у нас хорошо. Но вот это равно вот этому, поскольку мы помним, у нас предел, наша f от x это предел. Соответственно, вот это равно, и стало быть, x квадрат равно 2. То есть, x равно корню из 2. Отлично. Теперь решим другое уравнение, ну еще чтобы глубже понять. F от x равно 4. Все вроде то же самое. Да, мы опять же записываем, что x степени x, равно 4. X возводим в эту степень, получаем, что x в степени x и так далее тоже равно 4. И отсюда... Ой, равно уже x в степени 4. Спасибо всем, кто меня поправил. Видите, я слышу вас. И значит, x в четвертой равно 4. Поскольку мы ограничиваемся положительными числами, то у этого уравнения единственный корень. X равное корню из 2. Отлично. Ну и теперь что? Давайте посчитаем f от корня из 2. С одной стороны, как мы знаем, это равно 2. С другой стороны, как мы тоже только что выяснили, это равно 4. Соответственно, отсюда мы делаем вывод какой? Вполне естественный, неожиданный, что 2 равно 4. И на самом деле все двоечники хорошисты. А все хорошисты, чтобы вы понимали, в душе двоечники. Все, на этом все. Маткульт, привет!